пришла весна, заболеваемость COVID-19 в Самаре понемногу снижается, но это не повод расслабляться. Базовые меры безопасности никто не отменял. Использование средств индивидуальной защиты, санитайзеров и соблюдение социальной дистанции. Особое внимание уделяют санитарным нормам в общественных местах – магазинах, кафе и ресторанах. В промышленном районе власти ежедневно выходят на профилактический мониторинг. На территории района около 2000 объектов потребительского рынка и услуг. Нарушений сейчас стало гораздо меньше, в том числе благодаря нашим проверкам. Люди приходят к пониманию, что это необходимые меры, их нужно соблюдать. И в последнее время нарушений уже гораздо меньше. Проверяют также журнал изменения температуры сотрудников. В торговых объектах установлены обеззараживатели воздуха, дезинфекторы для рук, бесплатно предоставляются маски. Вот, пожалуйста, у нас лампа. Она включается утром, когда мы приходим, когда мы проводим обработку магазина. Я обязательно включаем лампу. Она в течение часа работает до 8 часов до покупателей. Потом в обедный перерыв мы включаем. И вечером в обязательном порядке, когда закрывается магазин. В общепитах действует специальная рассадка. Также проводится регулярная дезинфекция дверных ручек, столов и других контактных поверхностей. Мы сидят, мы в этом сидят либо крестная, то есть здесь, соответственно, не сидят, чтобы соблюдать дистанцию. С начала года в промышленном районе выявлено около 100 нарушений на объектах потребительского рынка и услуг. По данным нарушениям подготовлены материалы, которые направлены в Роспотребнадзор и Управление гражданской защиты. За период действия режима повышенной готовности в промышленном районе на предпринимателей наложены штрафы на общую сумму более 1 000 000 рублей. Мария Левина, Сергей Баскин. События.